Дежурную часть сбийской полиции захлестнула волна обращений от горожан о случаях мошенничества. За сутки жители Наукограда перечислили на счета аферистов больше 1,5 миллиона рублей. Одни пытались защитить свои сбережения, брали кредиты, которые впоследствии переводили якобы в сберегательные ячейки. Другие хотели заработать на инвестициях. Отметим, что при этом четверо бичан дали отпор мошенникам, тем самым сохранили порядка 2,5 миллионов рублей. В полиции отмечают, что схема «Ваш сын совершил смертельное ДТП» по-прежнему актуальна. И вроде уже все знают, что так действуют мошенники. Тем не менее, находятся доверчивые граждане, которые перечисляют аферистам свои сбережения. Полицейские призывают бийчан быть всегда начеку, перепроверять полученную информацию. Лучше сделать лишний звонок в банк или родственникам. Это убережет вас от финансовых потерь.